Самаре открыли памятник святому равноапостольному князю Владимиру, крестителю Руси. Он располагается на 4-й очереди набережной, на площади около Софийского собора. Скульптура выполнена из бронзы. Высота вместе с постаментом составляет 6,5 метров. Воздвигнут на средства бизнесменов. Церемония открытия началась с освящения. Его совершил митрополит Самарский Тольяттинский Сергий. В мероприятии приняли участие более 2000 горожан.